Хулиганство могло закончиться трагедией. Вечером 4 июня двое молодых людей взломали кабину машиниста в хвосте электропоезда метро. О выходке машинисту сообщили пассажиры вагона. По диспетчерской связи о нарушителях порядка стало известно и полицейским. Взломщиков уже поджидали на станции «Спортивная». Но молодые люди попытались скрыться в тоннеле. Один молодой человек был с рюкзаком, у него был налобный фонарик. В сумке у него находились пассатижи. Этими пассатижами они вскрыли кабину машиниста в данном поезде. И по прибытию ближе к станции «Спортивная» открыли дверь и во время движения поезда перебрались на автосцепку. Чтобы сохранить жизнь хулиганам, рельсы пришлось обесточить. Первого парня поймали сразу же, второго пришлось искать почти 2 часа. Он спрятался за сеткой вентиляции. Граждан 1992 и 1989 годов рождения задержали сотрудники строевого подразделения отдела полиции на метрополитене, управление МВД России по городу Самаре. А задержанных доставили в отдел полиции. Пока хулиганам грозит только штраф, но метрополитен уже готовит судебный иск о возмещении убытков. Ущерб подсчитывают из-за происшествия. Услугами метро не смогли воспользоваться около 500 пассажиров. Плюс технические издержки. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.